Сегодня я вам предлагаю приготовить вот такие необычные блинчики из творога. Да-да, вы не ослышались. Не блинчики с творогом, а из творога. И мы не будем использовать ни грамма муки. Вот такие вот оригинальные, необычные блинчики. Очень скоро масляная неделя. И я думаю, если вам надоели привычные обычные блинчики на кефире, на молоке, на воде, этот рецепт точно для вас. Они будут безумно вкусными, нежными и, самое главное, полезными. Ну что, давайте приступать. И если вам рецепт понравится, я очень рассчитываю на вашу поддержку, лайк, комментарий и, конечно же, подписку. В 300 грамм рассыпчатого творога, абсолютно любого, мы добавляем 2 яичка. И все очень тщательно перемешиваем. Должна получиться вот такая вот воздушная, мягенькая смесь. Теперь сюда добавляем молоко, 50 грамм водички, разрыхлителя, сахара по вкусу, это как вы любите, какие блинчики, и крахмала. И все тщательно перемешиваем. Добавляем 50 миллилитров водички, 200 миллилитров молока. Здесь у меня 1 чайная ложка разрыхлителя и 3 столовые ложки сахара. Ну, я выбрала такую сладость, поэтому вы смотрите, хотите послаже, добавляйте побольше. Все тщательно перемешиваем. Здесь у меня 10 столовых ложек кукурузного крахмала. Можно взять абсолютно любого, картофельного. И тоже добавляем и все тщательно смешиваем. Переливаем в емкость наше тесто, и оно уже готово. Вот таким вот оно должно получиться. Все, теперь можно жарить наши блинчики. Все очень быстро и просто. На разогретую сковороду буквально добавляем всего лишь чуточку, капельку масла. И распределяем аккуратненько. Вот такие вот замечательные блинчики у нас с вами получились. Очень нежные, очень вкусные. Очень вкусные. Попробуйте. Совсем без грамма муки. Полезные творожные блинчики. Готовьте с удовольствием и кушайте с удовольствием. Порадуйте своих родных и близких вот этими нежнейшими, вкуснейшими блинчиками из творога. Тем более скоро масляна. Самые вкусные блины, которые я когда-либо ела. Попробуйте, вам тоже очень и очень понравится. Кушайте с удовольствием и готовьте с удовольствием. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!